Легендарная реликвия семи королевств на главной улице Нижнего Новгорода. Трон из сериала «Игры престолов» приехал в город. На нашем канале стартовал показ культового сериала «Игра престолов». Теперь каждое воскресенье можно будет увидеть сразу по целому сезону. А на Большой Покровской можно даже почувствовать себя героем этого сериала и посидеть на железном троне. Я большой поклонник «Игры престолов», а этот трон просто реликвия. Я всегда мечтал посидеть на нем, но я думаю, на самом деле он принадлежит к Халиси Дейенерис Таргариен, матери драконов. Трон просто супер. «Игру престолов» смотрят по всему миру, и я тоже смотрю. Видел уже все 5 сезонов. Не буду больше ничего говорить. Вдруг случайно расскажу спойлер. Фанаты меня убьют. Блин, ну мне кажется классно вообще. Здорово то, что вот такую вот тему поставили. Это железный трон. Классно. Девушка больше похожа на королеву Серсею Ланнистер. Во-первых, потому что она блондинка. Во-вторых, черты лица. Я вспоминаю высказывание Эддарда Старка касательно этого трона. Создатель этого трона сказал, что король не должен чувствовать себя в удобстве. Он дико неудобный. Очень прикольно было почувствовать себя властителем Вестероса. Я не могу сказать, что я властитель Вестероса, но я властитель площади у драмтеатра. Я и так знаю, кто войну выиграет. Старки. И сегодня просто смотрели, еще раз пересматривали первый сезон. Нормально. Фанаты «Игры престолов», нравится сериал. Интриги там большие, то есть неизвестно, кто умрет, кто выживет. То есть очень хороший сюжет. Узнаем? Да. А присесть, сфотографироваться с внучкой? Ну, красивый трон. Придется теперь смотреть, но после этого того, как сфоткались.